Друзья, всех приветствую на своем канале. Как вы поняли из названия ролика, сегодня я приступаю к приготовлению сыра холодного копчения. Коптить я буду в своей коптилочке от компании Москит. Меня попросили его закоптить фермеры, которые его производят. Сам я сыр не делаю. Коптить я буду сыр вообще в первый раз. Никогда не коптил сыр. Ну что ж, давайте посмотрим, как это будет. Прежде чем помещать любой продукт в коптильную, он должен быть завялен. В моем случае я произвожу вялку в сушильно-вялочном шкафу вот таком. Здесь я могу выставлять и температуру, и у меня по таймеру выставляется, когда вентиляторы срабатывают, а когда они выключаются. И, конечно же, перед тем, как поместить сыр в коптильный шкаф, я его завялю, ну, подсушу, так сказать, немного, чтобы образовалась такая корочка, чтобы дым хорошо лег на продукт. Итак, сыр висит, включаем сушильно-вялочный шкаф, температуру выставил на 10 градусов. Сколько я буду обдувать этот сыр, я не знаю, буду смотреть по готовности. Как продукт понравится мне, что он подсох, я его помещу в сушильно-вялочный шкаф. Повторюсь, сыр буду коптить в первый раз, все делаю в первый раз на ваших глазах. Прошел 1 час, сыр стал абсолютно сухой, образовалась небольшая корочка, и я приступаю к копчению. После того, как сыр поместил в коптилочку, загружаю дровишки в зольник. Коптить я буду на ольхе. Думаю, что вот такого количества дровишек будет более чем достаточно. Подаем питание на коптилочку, включаю сеть, дым, выставляю градусы зольника на 350 градусов. Это градусы зольника, чтобы дровишки разгорелись, пошел плотный и хороший дым. Как только камера наполнится дымом, это примерно занимает от 15 до 25 минут. Полностью густым, хорошим дымом. Дыма должно быть очень много. Я включаю холодное копчение. Холодное копчение – это дым начнет принудительно садиться на продукт. Электростатическое поле заработает в коптилке. Коптилка – это электростатическая, поэтому и коптится здесь все очень быстро. Как только копчение завершится, я вам покажу, как выглядит сыр только что из коптилочки, и потом в конце еще попробуем готовый результат. Смотрите до конца, будет интересно. Ну и обязательно в процессе всего копчения у меня работает вытяжка. Включается она у меня отдельно. Вот она заработала. И весь дымок, который будет лишний, немного выходить, уходит на улицу. Температура воздуха и влажность в помещении при копчении. А вот что остается после того, как дровишки прогорели. Остается совсем немного вот таких угольков, которые достаются и выбрасываются. От них дым, смотрите, уже не идет. Они свою работу сделали. Вот так выглядит сыр, когда копчение только завершилось. Сейчас я его оставляю на ночь на обветривание, так сказать, и завтра мы уже его попробуем. Сыр у меня висел и отдыхал всю ночь при температуре 0 градусов. Вот так он выглядит в сушильно-вялочном шкафу. Приступаем к дегустации. А вот и готовый результат, друзья. Ну что ж, приступаем к дегустации. Немного сыра я здесь себе уже отрезал. Пахнет просто бомбически. По вкусу сливочный, очень вкусный, насыщенный сыр. Честно, я не знаю, как он называется. И в то же время копченый. Этот сыр не похож на те сыры копченые, которые я раньше ел. Я знаю, что он коптился на натуральном ольховом дыме. Что бы я хотел посоветовать для копчения сыра, какие я выводы сделал для себя. Конечно, вот такое расположение сыра на шпажках, это не очень удобно и непрактично. У компании Москит на этот случай есть специальные решетки, на которые можно расположить и сыр, и любые другие продукты, на которых производить копчение. Ну, поскольку меня просто уговорили закоптить, я уже сделал так, как сделал. Я ее повесил как рыбу, так и закоптил. Но результат меня очень удивил. Не буду таить, друзья уже попробовали, часть сыра у меня уже забрали. Уже кушают, мне тоже очень понравилось. Друзья, коптите, все у вас получится. Ведь мечты не работают, пока не работаете вы. И закоптив всего один раз свой продукт, абсолютно любой, вы уже не остановитесь никогда. Все, кто досмотрел этот ролик до конца, всем жму крепко руку. Всем спасибо, до свидания, всего хорошего и до новых встреч.